отключено. Сколько раз? Что-то сегодня какое-то мероприятие похоже. Что тут разгоняться, если вот сейчас? В любом случае нужно быть готовым. Группы однодневки когда-то так гремели. Ой, ты какая красавица, смотри, что. Все тут маска. Красавец.
музыка. Музыка. Транспортное оснащение областного центра ждут колоссальные изменения. На смену старым и изжившим себя базикам на улице города уже в этом году выйдут новые современные автобусы. Данного главы администрации города. На смену старым, вечно ломающимся квазиком, новые современные автобусы будут выйти уже в этом году. Планируется закупить так, они уйти ли нам вот сюда, вот в тень нафиг? Вопрос нехватки воды, да? Чтобы потом прийти. Питьевую галерею на 8 прошлых паструля на Великолепке Поляне. И сигналить не надо, все слышать. А потом, к примеру, вот туда мы куда за несколько дней до начала хода, 30 мая, да? Митрополит Марк осветил скважину и галерею. Вот здесь вот встанем. Участники акции «Тотальный надзор» составили карту ям города Кирова. Организаторы «Росъямы» хотят при помощи такого сервиса привлечь кировчан к общественной деятельности. Чтобы поучаствовать в проекте, нужно сфотографировать яму, указать, где она находится, и опубликовать на сайте. Дальше сервис запуск. Ну, ты видишь, крутой? Ну, может оказаться, да.